Участники президентских состязаний очень много соревнуются. И, конечно, для поддержки им нужны хорошие эмоции. Поэтому вечером у них проходят развлекательные мероприятия. Представители лагеря «Профисмена» сегодня проверяют свое шестое чувство. На шоу «Интуиция» их задача отгадать, какие факты о себе скрывают вожатые. Кто ни разу не прогуливал школу, упал с поезда или в детстве играл на скрипке. 11-й факт. Этому человеку идут любые очки. Он любит танцевать и готовить. Отряд под номером 5 знает о своей вожатой все, поэтому они без труда угадали ее факты. Сегодня мы должны выбирать нашу вожатую по интуиции. Да. Мы ее угадали. Угадал. А что за факты были про вашу вожатую? Итак, внимание, она не прокалывает уши, у нее в руках стержень. Отряд, и она самая лучшая. Своя игра у лагеря «Спортсмена». Первый раунд для всех 12 команд. Участники выбирают категорию, совещаются в течение 30 секунд и получают баллы за правильные ответы. Во второй раунд проходят только 3 команды с наибольшим количеством очков. Это отряды 5, 10 и 11. Итак, загадка. Идет то в гору, то с горы, но остается на месте. По итогам финальной игры победу одержала команда отряда под номером 5. Еще один победитель – 10-й отряд. Обе команды примут участие в игре, которая пройдет для всех лагерей Всероссийского детского центра «Смена». Сложная работа в команде – это превыше всего. Ну и, конечно, наши знания. Мы учимся в школе номер 10 с углублением изучения отдельных предметов. Я считаю, что там очень хорошо дают нам знания, которые мы потом показываем тут. Мне кажется, потому что мы работали одной командой, мы советовались друг с другом и понимали его с полуслова. А еще у нас была замечательная группа поддержки, которая помогла нам ответить на пару вопросов. Спасибо большое.